Уже давно назрела необходимость благоустройства побережья от канализационно-насосной станции до бухты. Что нужно сделать, чтобы привести эту часть Ильичевского берега в порядок, обсудили руководители городских служб. В совещании принял участие и городской голова Ильичевска. Ильичевский пляж считается гордостью нашего города. Однако на участке от канализационно-насосной станции и до яхт-клуба береговая полоса много лет оставалась без внимания. В среду городской голова Валерий Хмельнюк провел выездное совещание на побережье. В нем приняли участие заместители городского головы Сергей Быченко и Лариса Печахчи, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства Валентина Соборова, начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Георгий Нарожный, начальник отдела архитектуры и градостроительства Сергей Протопопов, начальник отдела Госкомзема города Ильичевского Одесской области Елена Коваль. Участники совещания обследовали берег и обсудили перечень мероприятий, которые необходимо провести на этом участке побережья. Эти два года пытались здесь создавать платную парковку для машин, которые приезжают в город, жителей там, с Одессы и с других территорий. К сожалению, она не прижилась, поэтому там будет сделан благоустроенный сквер, нормальная дорога для обустройства, потому что жители города, значительная часть приходит на пляж вот как бы этой стороной, и они смотрят на эти безобразия и возмущаются, конечно, действиями власти. Вот мы хотим этот пробел устранить, то есть привести здесь все в нормальное состояние. Далее, значит, пройти где-то вот примерно до створа вот этого территории, этого забора, и это все отдать для наших горожан, как хорошие благоустроенные пляжи. А что касается дальше, там надо будет продолжать наводить порядок тех безобразий, которые в свое время вот нанесли городу господин Червачев со своей командой. То есть линия остается прежней. Вывести весь этот бетон, вывести все эти, значит, камни, привести все в нормальное состояние для того, чтобы люди могли вот проходить вот эту огромную территорию от парка Молодежного где-то до практически яхт-клуба по набережной. Мы предполагаем здесь еще продлить 2,5 километра набережной, которая была бы открыта, доступна, и жители города могли говорить, как я это всегда слышал, это наша набережная, это наши пляжи, это наш песок, это наши склоны, на которых ничего не будет строиться. Там попытки кое-кто делает, значит, мы эти попытки, естественно, пресечем. После проведения работ по благоустройству этой части побережья, линия городского пляжа увеличится на несколько сот метров, так что горожане смогут и здесь отдыхать в комфортных условиях.